чем тяжелый? Да нет, не так уж тяжелый. Значит, масло, ну здесь же двухтактный двигатель, там масло с бензином мешается. Ну как бензопила. Значит, здесь ключ на холодную. Вот здесь у вас на карбюраторе заслонка, вверх ее поднимаете. Подсос, короче. Да. Вверх подняли. Завели. Заслонку опустили. И все, на газу поехал. Да, регулируется. Выдерживает взрослого человека, можете сесть и поехать. Единственное, будет тяжело, так как здесь центробежное сцепление. Как бы, чем тяжелее груз, тем ему тяжелее ехать. Вот, а так ничего тут такого сложного нету. Значит, смотрите, это аварийная чека, да, на руку. И да, это глушилка. Единственное, чтобы, ну, все время она была, то есть не заведете без нее, чтобы не потерял он ее. Если чеки не будет, то он не заведется. Ага. Там кнопка. Не, ну это-то да, это. Все исправимо. Это все исправимо, я просто говорю то, что. Ну вот это что-то надо. На руку. Просто на удавку, что ли? Ну да, да. Ну, либо браслет какой-нибудь сделать. Нет, да, потому что так. А если что, у меня запчасти есть? Запчасти все есть в наличии, так что не переживайте. Расходники, у вас, да? Да, у нас же. А у вас что-нибудь есть, это там фирма визит, который есть только сайт в интернете, я его через год потеряю и буду думать, где я взял. Я вам дам телефон, ну, это так как у меня кончились что, визитки, да. Давай. Вот здесь у вас еще ваши все. Здесь инструкция. Ага. Здесь чек. Вот столько бензина. И вот столечко, вот масло. Угу. Переднего нету, слава да? Богу, вот, это ограничитель, понял, скорости. Да. Ну, как обычно, винт закручиваете, меньше дает на газульку, медленнее ехать. Только не переусердствуйте, если будет сильно затянуто, то он, ну, не сможет раскрутить сцепление, он не поедет, он будет глохнуть. До конца не надо. Да, до конца лучше. Ну и опять же, это, так сказать, методом тыка. То есть подкрутили, значит. Да, поехали, посмотрели там, еще подкрутили. Просто это у меня здесь тюрелан, а второй безбашенный, без кукушки. И, соответственно, должна быть, ну, экипировка. Шлем, коленники, налокотники обязательно. Ну и голову, естественно, защитить. Ладненько, все, спасибо за покупку, до свидания.